Boys and Toys. Давид, нам нужно идти писать программу, но там кто-то есть. Скорее всего, это Чомпер или Чавкальчик из растения против зомби 2. Ты ж его помнишь? Да. Хоть Чавкальчик и добрый, но может быть опасным. Но у меня есть план. Пусть он тоже думает, что мы из игры «Растения против зомби». Готов стать зомби? Да. Держи, одевай. Неплохо смотришься. Можем идти. Мы хоть из игры, но мы зомби, значит, он может нас проглотить. Давид, иди лучше ты первый. Стоп, 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 по-моему, ничего страшного, он игрушечный. Смело можем идти. О, красивый. Кстати, мой любимый персонаж. Давид, смотри, какие зубы. По-моему, он уже что-то съел. Давид, посмотрим? Да. А ну-ка. Эй, ребята, что вы делаете? Что это за растение? Грызунчик. Грызунчик, Чомпер, да? Да. Это из растения против зомби. Круто. Да. А ну-ка. Что там? И у него внутри какие-то фигурки. Да! О-хо-хо-хо-хо! Зомби! Зомби-шахтер! Зомби-шахтер! Смотрим еще. А что-то еще есть там, да, внутри? Да. Слушай, классно. А ну посмотрим, что же там. Еще один зомби! Гаргантюа! Да. А сзади у Гаргантюа сидит имп. Да. Маленький импик. Угу. Открываем следующее. Еще один зомби. Jack in the Box Zombie. Или переводится на русский язык наверняка как «Черт из табакерки». Зомби такого плана. Кто там дальше? Покажите. О, зеленая капсула. Тоже тут. Горохострел. Супер, вот это да. Да. Три зомби уже есть. И маленький имп у Гаргантюа. И только одно растение. Да. Итак, дорогие наши зрители, сейчас мы просим вас сделать ставку. Проголосуйте, а потом напишите в комментариях, получилось угадать или нет. Кого будет больше, зомби или растений? Артур, ты считаешь, кого будет больше? Зомби. Давид, а ты? Да. Растение показывает Давид. Ну что, посмотрим. Пока что 3-1 в пользу зомби. Что же там дальше есть у этого суперчомпера? Чавкальщик. Растение! Ух ты! Ну что, у нас второе растение. Да. Кукурузная артиллерийская установка. 3-2. Зомбики. Пока что зомби лидируют. Пока что они впереди. Зомби! Открыть? Ух ты! Растение! Кактус. Да. Кактус стреляет по наземным видам зомби. Ну и, конечно же, летающих он тоже колет. Просто супер. 3-3. Вот это да. Вначале зомби вырвались вперед. Зомби, давайте это. Оу, да уж, перец. Жгучий перец халапеньо, который целые ряды взрывает зомби. Да, прекрасно. 4-3. Впереди уже растение. Так, зомби, это что-то не то. Зомби! Зомби с лестницей. Да. Зомби с лестницей. Он может перелазить орех. Ну, 4-4.
Уже сравнялось все. Кто следующий? Вишни. Хорошие вишенки, которые являются просто взрывным сюрпризом. Да, они взрывают зомби. Ну что, ребята, 5-4, растение впереди, супер! Я надеюсь, все-таки растений будет больше и не удастся зомби съесть. Зомби! Танцор-зомби, диско-мен, который действительно отлично танцует. 5-5. Да. Продолжаем дальше. Есть там кто-то еще внутри? Зомби. Чавкальщик, чомпер. Ух ты! Картошечка мина! Растение! Замечательная взрывная картофелина! Супер! Растения вырвались вперед! Пока что только на одно растение больше! Давай, дай! Кто следующий будет здесь? Зомби! Вот это да! О, тоже танцор! Супер! Ну что, ребята, 6-6. Да. Так, смотрим. Ну, наверное, зомби! Самый известный, самый классический, да, зомби с дорожным конусом на голове. 7-6 в пользу зомби. Давай, открывай следующий. Смотрим. Зомби! Йети! Да. Ну что, это специальный уровень, специальная миссия. Поймайте Йети, не дайте ему уйти. Потому да, что он идет, развернулся и возвращается назад. Кстати, дорогие наши зрители, вы можете найти в описании к этому ролику ссылку на то, как Артур сражается с доктором Зомбасом в игре «Растения против зомби 2». Давай. Давай, открываем, смотрим, кто же тут. Это безумный Дэйв! Крагарра! Теперь ты, Давид. Вы увидели конкурс на лучшую пародию на безумного Дэйва. Продолжаем дальше. И что, можно всех поздравить? Чуть-чуть больше стало добрых существ. О-е-е! Пулеметный горохострел. Ну что, какой у нас счет, Артур? 8-8! Ну, снова ничья, вот это да! Открываем дальше. О, арбузная катапульта! Растения вырываются вперед! Ура! Да, ледяная. Есть там еще что-то внутри? Да. Да. Зомби еще могут отыграться. Зомби! Конечно же, как же зомби без ведра на голове? Да, зомби с ведром. Смотрим, что еще. Кто же тут? Подсолнух. Sunflower, подсолнух. Ну, наверняка один из самых-самых важных, да, персонажей в игре. Без него в бой нельзя. Да, иногда даже подсказывает сама игра, почему вы идете без подсолнуха. Хотя есть миссии, где солнышки появляются и просто так. Давай. Давай, давай, давай. Я опять растение. Снова растение? Да. Круто, 11-9. Да. Смотрим, что еще есть. О. Давай, я. Доктор Зомбус. 11 у растений и 10 у зомби. Кабачок! Да, этот кабачок, который давит, зомби за милую душу.
Классно. Смотрим, что еще. Зомби, давай. Давай я. Ну что, 12 персонажей. Зомби! И зомби. Зомби с газетой. Когда у него нету газеты, он быстро бежит и кушает растения. Ну что, ребята, растений у нас уже 12. 11 зомби. И там всего один персонаж. Там у зомби есть возможность отыграться. Орех! Ура! Растение впереди! Браво, Давид, ты правильно угадал. Именно растения выиграли. Артур, не расстраивайся. Друзья, пишите в комментариях, удалось ли вам угадать, кто победит в итоге. А если вам тоже нравятся растения против зомби, ставьте лайки. Зомби, чтоб не опасаться, нужно быстро подписаться. Всем пока! Boys and Toys.